Ой, какие коты! Какие хорошие коты большие! Смотрите, Моша. Смотри. Пока туристов нет. Мы с тобой сейчас поближе. Чем приучишь Тимошу, тем он будет меньше бояться. Смотрите, Моша, смотри. Ой, какие коты. Да. Да. Хороший носик мой, дай носик, скорее, носик. Ай, носик, такой хороший носик. Носик, и у тебя хороший носик, иди сюда. Тимоша, ты твой носик покажи. Смотри, да, вот так носик. Да, ветер, активный. А где ты ко мне не подходишь, когда я в вольере, а? Что ты не подходишь? Ай, да? Хороший. Красивый, какой красивый. Да. Иди сюда. Иди скорее. Да? Тимоша смотрит с интересом на них. Тимоша смотрит. Да? А что бояться, скажи, мы им по морде тапком дадим, если что, правда? С интересом смотрит. Тимоша, это львы, они опасные. Они могут съесть, поэтому к ним лазить не надо. Да. Иди сюда, я тебе за нос потрогаю скорее. Давай. Нет, за нос. Да, Тимошка? Хищники наши. Да, такие хищники. Вот, правильно, Тимоша, правильно? Ры на них. Ры, правильно. Ой, Тимоша. Рычит, говорит. Ры, да, Тимоша, как Тимоша делает, да? Арбуза директа. Любого, как будет тряпку. Ры, скажи. Закрой глаза, скажи, глаза бы мы вас не видели, правда? Лапы вот так раз, глаза. Иди. Да, ай, хорошие такие. Чухи-чухи надо делать. Чухи-чухи. Тимоша, я чухи-чухи вам делаю, смотри. Вот так. Ты где? Ой, ру, правда, Тимоша? Вон, смотри, какие морды в окне висят. Ой, Тимош, ты вот так лапой делаешь, ты что, вот так лапой, вот так раз, глаз закрывай один, вот так, и все. Смотри, какой вес. Ой, не бойся. Они хорошие. Где, может быть, Тимоша ко львам потом ездит, если Да. Ай, хороший такой. Белые львы тоже делают прогресс. Да. Люська вон у львов была. Вообще не боялась. Теперь она после львов вообще ничего не боится. По зоопарку спокойно ездит. Все запахи знакомы. Ух. Ну все, и львов мы с тобой проведали, да? Ну, на ночь тебе сегодня хватит впечатлений уже. Да, хватит впечатлений. Вот, смотри, какие они коварные. Вот, только ждут. Да. Только человек спиной повернулся. И все. Опа. А в глаза? В глаза смотреть?